Ой, шустрый. Вот это выход. Комната управления, кстати. Не работает. Вот раньше вот я сюда вот нажимала вот на эту штуку и открывался выход. Ну потому что мы тут зареспались, поэтому не работает. Ну просто говоря. Пояс вернись, все прощу. Что холодильник пустой? Ну ё-моё. Вижу, с прохода стреляет. Ты сейчас он да заливает по. Кто слева по дереву? Кого? Вот так, откуда мы пришли, слева по дереву. Кто-то бегает сейчас. Это не вы сейчас бегаете? Дверь открыл, нет. Дверь открыл, да. Ой, кажется, ко мне идет. Да, ко мне идет. Убил. Пошел Пила. Нахер. Вот там в серверной был какой-то спуск, кстати говоря. О, морфий. Давайте вернемся туда в серверную. Я вам покажу его. Давайте. По центру вот этой комнаты подойдите. А тут есть спуск вниз. И там еще какие-то шкафчики с этим, с электричеством. Живой? Что вот не сломал? Здесь станция. Вот здесь, скорее всего. Здесь, да, здесь похоже. Отлично, я сломала ногу. Прыгнула вниз. А как вы спускались? Включить где? Лифт. Вот, пожалуйста. Все, подожди, включил покажи лифт. Где? Вот, вот тут. У меня нету. Ну, пусть я уже включил, скорее всего. Я зону выхода нашел. Вентиляционная шахта. Вы не пролазите. Господи, как я что-то толстый. Стекло. Иди сюда, это я. Не знаю. Аня, вот подойди сюда. Подожди, сейчас. Что сейчас там? Тебе скажут, что ты толстая. Может, надо сумку скинуть? Ну. Точно, ха-ха! Логика. Ничего, я так пришла. В смысле, да? Кто из нас толстый? Ты с сумкой, в смысле, прошла? Значит, не будет. Как так? Вышли или нет? Нет. А, нет, вы не пролазите. Ну, а тебе реально? Еще говорят. А-а-а. Я сумку скинул, да. Сразу все нормально. Мы тут были только что. Мы здесь только что были в этой комнате. Прикольно. Пойдем дальше. Я тут я просто не поняла, чего там встали или это. Может, просто подойти надо. Стоп. А мы же питание лифта восстановили. Да, да, да. Здесь, короче, этот отстойник какой-то. Господи, куда тут идти-то? А, тут какая-то кнопочка, вроде как. Ой, там бот. Да, здесь есть кнопка. А, включить насос, тут кнопка. А, тут, наверное, точно. Сейчас тут вода, походу, откачается, и можно будет выйти. Ну-ка. Ботов очень много. Я включил выход. Какой? А, у тебя там прям? По тоннелям идите дальше. Раз, до самого конца. Еще один туннель. И вот тут вода, короче, была вот прям вот до сюда. Она в итоге спускается и вся уходит вот туда. То есть тут было вот воды, вот прям по самые эти. Где вы есть-то? В тоннеле. А, вот теперь. А, все не надо. Туда вот выход. Справа, да. Прокидываю в угол. Я по нему еще попал. Прокидываю. Стой. Еще надо, в самый угол. Нету. Дальше в угол. Ой, хорошо сейчас было, жму. Ну это так уже, мертвый. Там оба. Двое должно быть, да? Оба, да. Ну хорошо. Друг друга убили. Блин, капец, они живучие, конечно, я по ним столько попал. Убил я второго. На первом? Вижу. Да. Дал ему. Это бот заходит, да, слишком нагло. Уходит в угол противоположный. Да, дал ему. Умер. Не убили. Сверху. Убил его. Реально. Витя, ты где был? Он лутал бота, который был. Я подбегаю. А ты лежишь?
слишком много хилиса. Кто-то по железу идет. Сейчас справа, походу, выйдут с коридора. Ага. Да. Граната! Убил одного. И слева один, и слева один. Дверь выламывает справа еще. Я минус. Охереть, блин. Ловил, я понял. Он просто выбил дверь с ноги, лег и дал мне в голову сразу, в эту же секунду. Волк. Слева убил одного. Убил меня. Волк? С правой, да. Жесть, бля. Просто ваншот. Да, сейчас будешь. Я думал, ты свой. Он тебя убил? Второй, второй там же. Страхую. Он слева. Справа еще бежит кто-то. Граната. Это серверная, это слева от вас, если вы будете смотреть. Да-да-да, я понял. Я сейчас попробую. Кстати, страховку теперь тоже можно забирать все потом. Да. Так, я обошел. Да-да-да. Так, я захожу тихонечко с тыла. Да, он вас спасет. Минус. Хорош. Зашел. Там три трупа слева лежит. Угу. Туда, туда пойдем сразу. Теперь вниз тыкай. Просто тыкай. Где машина? Что, мы сейчас... На котах мы. Мы сейчас котики, да. Мы котики. Молочка надо взять. Так, вот тут тихо, слоны. Кто упал, лег? Я лег. Я лег. Кто с лазером? Не мы. Мне светится лазером. Ты? Даль. Я скин катаня. Ты была так близка. А, бегает, бегает топорист, пошел на первый этаж. Где мы котиками назвались? Я там чуть на стену не прыгнул, на лазь. Он под нами ходит. Слева толпа где-то топает. Ну, двое, двое наверх. Они там прибили. Обходи, обходи быстрее, справа, либо слева. Ладно, слева обхожу. Не кинули. Я туда. Ой, ой, больно. Слева не пройдет. Убил. Там двое. Ничего, нормально? Да. Все, минус два? Наверное. Второго один далеко видит. Был, дальше туда был. Опа, с другой стороны. С противоположной. Сейчас кто работал? По мне работали. Враги, враги работали. Его? Я минус два. Вижу одного. О, это бот! Пошел нахер. Вот по мне работает через стекло. Я работаю по нему. 700 урона броню убежало. Капец. Просто на ходу я не успел даже лечь. Да я понимаю. Идет сразу, отставит меня. Иди лутайся, бот. Ты же прокачанный интеллект. Он сейчас выдержит попадание в затылок. Вот вам и урон по ботам. Ёшкин кот. Флешка! Да ладно! Они еще и флешки бросают. Прям мне в глаза прилетело.
Прям 400 продаю, да, пока. Ну. Ох, все, кто-то меня убил. Даже не понял, кто. Жесть. Ястреб, понятно, блин. Нет, не он Вита убил, явно. Нет. Тот ушел налево на склады. Он уже пошел обходить, наверное. Я справа подхожу. Сзади! Убил. Хрена ты. Тайгак. Где? Фух. Передо мной прям убил. Видать, я его там зацепил хорошо. Здесь был Юсек. Ник бы. Ник, Вит, ты помнишь Ник? Термит. О, Тремор, может быть, IT? Тремор, да, Тремор. Да. Термарит. Закрываю? Погоди. Я уже сижу. Вы тут видели купол с какими-то радиоактивными бочками? Нет. В центре он. Да, в центре. О, неизвестный предмет. Что это? Папка с разведданными. Чего? Как вам такое? Папка с различными документами, которые могут быть очень полезны, да, и ценны третьим лицам. Не, подходи. Так это ты квест типа взял или что? Нет, просто лежит на столе папка. А, просто? Блин, мы сейчас еще добегаем, сюда боты придут, мы охренеем по себе. Нам, смотри, ноги такие торчат из мусорки, бля. Это топ вообще. Нормально, да, вот это. Ну чё? Включай, 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 да. Поехали, да. А я внизу один, да, получается? Да. Где-то идет слева идут, идут, идут. Второй, думаешь? Да, второй идет только что. Ебу. Ясно. Сука. Кидал ему, не убил. А и ко мне идут. Сейчас к нам, походу, придут. Сколько раз умирает? Он что, не умирает? Не рискуй. Дай им выйти. Они вдвоем отошли. Я понял. Дай им выйти в открытую. С первого этажа, с первого этажа. Там двое у тебя. Но я не пережу. Один получил в голову, с Мосинки ушел. Ко мне бежит. Кто? Ну, не я. Это в меня кто-то работает. Не ты сейчас по мне работаешь? Нет. Он на первом. Не очень хреново. Они ко мне в дверь лезут. Уходи! Он застрял у меня в двери, он ко мне прям щемит сюда, короче. Свистни в хуй, ща тебе пизда! Он ругается. Блин, дверь не простреливается. Понял. Почему двери не стали простреливаться? Вроде нормально было раньше. По-моему, они спустились. Да, они... на первом этаже! Я минус. Черт. Беги, Мэтт. Беги. Одного я убил. Барс. Барс. Я тоже минус. Через машину, через стекло просто. Ой. В нем в ту трубу можно было убежать резко. Нырнуть просто с разгона так, разбегаешься. Даже намека не было, чтобы меня остановили там. Просто упал в этот, как вентиляция, там такой спуск вниз, он туда катится и в мусорку так раз куда-нибудь на первом этаже. Удачно вышло. Ну, с таким этим грохотом. Мне понравилось такое затишье с ее стороны сначала. Фраза. И ушла она просто, все. Ушла в закат. Аня, ты тут, че шо? Я с вами разговариваю. А, микрофон выключен.
Ты, наверное, шипел. Че? Да блин, он просто, понимаешь, он просто появился, развернулся, просто развернулся и сразу, блин, хедшот. На пяточку. Сразу. Он даже не подумал. Ох, ё. Что скрывают? Это на парковке. Они сейчас же через нас туда побегут. Это топорист, кстати, открыл парковку. Парковка это, парковка. Я понял, что... Ох, я все, я мин. Уже боты пришли? Аня, не поднимайся. Там да, уже топорист врубил этот. Уже парковку рубил и убегает, короче. Кондор меня убил. Все, даже не поднимайся наверх. Я вот думаю, короче, что-то... Я в комнате что? Закрылся. Открой вид, открой! Я захожу. Давай. Закрывай эту дверь. Все. Гребаный топорист, а? Врубил выход и смылся, ты прикинь, блин. Лазь, лазь, вот, в окна. Ты чё будешь? О. Они кого-то нашли. Может, аппаратом? Завес такой. А чё за пушка стреляет? Тут орёт, слышишь? Чё происходит? Чё там было? Надо валить его как-то. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Надо так делать. Спокойно. Может как-то... Убил? Отогнал минимум. Я обидел его, мне кажется, только. Я тебе в эти букву левую попал еще. Нормально. Даже не почувствовал. На чё ты там ползаешь? Пидорас! Ты что творишь? Ты гандон ебучий! Вот это мы боевики. Сидим, орём на них через дверь, короче. По-русски, блядь! По-русски говори! Да? Да. Хоть и мне тут пиздец как не нравится, но выхода у нас нет. Тем более, все фразочки в тему. А слышишь тут? Да. Забаганный он где-то. Уперся, он давно там ходит. Утает. Утает прямо. Слева чисто. Он где-то вот тут. Я на первом. И у меня бот на первом. Убил. Это пировец. Что у меня только что? На втором. Угу. Такой-то Ламберт. Вид прикроешь? Да-да-да, конечно. Меня убил! Просто ты хуй! Бот? Да. Не, я наигралась на сегодня. Вид, что делаем? Выходить надо. Раз, два, три. Вот он, побег из Старкова, блин. Тактика. Пошло, пошло. Дверь не закрывается. Баклан! Просто видел, как элита работает. Да. Ладно, сейчас надо как жесткий, короче, выйти и сразу ему башку дать. Минус. Окей. Это же прям у лестницы. Да, я понял. Подойди-ка, есть тема. Я вижу его. Ну, нога у него крепкая, я тебе могу сказать. Почти весь магазин по нему. Твоя? Прощай, Мэтт. Да ладно, шучу, закрывай.